Очень часто наши пациенты спрашивают, почему у пломб существует срок службы, для чего их менять? Ведь внешне они видят у себя во рту, что пломба не изменилась и с ней все хорошо. На самом деле на контактных поверхностях, там где пломба примыкает к поверхности зуба, где чаще всего скапливается налет, случается рецидив кариес. Наша пациентка пришла к нам на профилактический осмотр и точно так же не догадывалась, что под пломбами уже начался кариес. С ее слов, пломбам около 7 лет. Это как раз средний срок службы пломбы – 5-7 лет. Мы можем увидеть зубы на фотографии, вот на этой, как видит она их. Ну, то есть здесь есть пломбы. Да, они немножко изменились в цвете. Где-то появились вот такие вот черные точки. Пигмент от пищи, то есть они прокрасились, но в целом пломба выглядит неплохо и жалоб, в принципе, у пациентки нет. Так как мы знаем, что под пломбами такими бывает сюрприз, мы их профилактически снимаем, и вот здесь уже мы видим, что там, где пломба с зубом соприкасалась на контактной поверхности, уже появился кариозный процесс. Это произошло из-за того, что была разгерметизация пломбы, то есть пломба отклеилась от поверхности зуба. Кариозный процесс был не только между пятым зубом и шестым, но также свежий кариес был между шестым и седьмым зубом. То есть вот здесь, когда мы сняли пломбу, мы также увидели скрытую кариозную полость, которую не видно было из полости рта. После того, как мы сняли весь старый пломбировочный материал, очистили от кариозных тканей, у нас вот такая вот получилась картина. То есть ткани еще иссечены. Соответственно, каждый раз, когда пломба старая меняется, когда там уже случился кариозный процесс, тканей зуба становится все меньше и меньше. По завершении нашего лечения мы получили вот такие свежие новые реставрации на зубах. Четвертый зуб был пролечен нами до этого лечения. Также была вот здесь вот пломба установлена на клыке. То есть клык, четвертый, пятый, шестой и седьмой были пролечены нами во время вот этого обращения пациентки. Для этого нужно регулярно приходить на осмотры стоматологические. Мы можем сделать снимок КТ, то есть это трехмерное изображение, которое нам даст более полную картину. Мы сможем увидеть все скрытые кариозные полости и кариозные полости, которые уже начали под пломбами снова появляться. Там, где пломба отошла от поверхности зуба, там мы видим на снимке уже как бы выступ, и, соответственно, мы понимаем, что туда нужно заходить и это лечить. Очень важным моментом для лечения, для того, чтобы оно прошло качественно и реставрация долго служила, это наличие кафердама. То есть лечение должно проводиться в строгой изоляции для того, чтобы не попадала слюна, не попадала десневая жидкость, для того, чтобы пломба очень качественно приклеилась к поверхности зуба. Также важную роль здесь играют материалы, которые будут использоваться для реставрации. То есть материалы должны быть очень качественные. Такие материалы, естественно, стоят дороже. Помимо этого, на реставрацию, на то, как она будет долго служить, как она будет хорошо выглядеть, влияет, проводилось ли лечение под увеличение. То есть, если использовались бинокуляры, либо микроскоп, то врач может очень тщательно, во-первых, пригладить материал к поверхности зуба и потом его заполировать, чтобы не было никаких уступов, за которые цепляется потом налет, и для того, чтобы пациент мог сам дома хорошо все проводить гигиену, вычищать зубной нитью и зубной щеткой.